Если вы не понимаете, с каким типом вы имеете дело, ваша реконструкция всегда будет ошибочна, потому что вы будете ему приписывать собственные мотивации. Потому что тип определяется по большому счету нашими мотивациями. Потому что конструктор — это что такое? Любопытство и бесстрашие. Значит, рефлектор — это восхищаемся или восхищаем. Вот. Для центриста этот, кто начальник, кто дурак. Надо выяснить, потом действовать. Ну вот, это разные типы вообще сборки. И одни и те же ситуации, когда вы пытаетесь со своей как бы колокольни, со своего типа пытаться призвать, так сказать, к порядку представителя другого типа, потому что ситуация же обязывает. Ждут же люди, в конце концов. А у него там нету этой функции. И возникает дырка.